Так, всем привет. Здравствуйте. Саламу алейкум. Так, сегодня будем делать этот микс-массаж. Хорошо? Тоже то же самое, как в прошлый раз, но сегодня сделаем акценты больше на спину, на лицо и на сток рефлексологии. Хорошо? Да. Вот. Почему давно тебя не видел? Сколько уже? Полгода? Полгода, да. Six months. Почему так не скучаешь? Скучаю. Далеко ехать. Если больно или что-то не так, скажешь. Всем привет. Я вернулся. Сегодня сделаем акцент на спину, да? На спину и лицо. Начало сразу мощное. Эти движения с какого массажа? Из тайского? Нет, это мой движение. Я это смотрю, да. Это каждый раз что-то новое.
смотри, у меня масло апельсин. Угу. Хорошо, да? Да. Вот. Какой? Нормально там масло. У нас получается такая смесь расслабляющего массажа и супер жесткого. Начинается жестко потом. Thank you.
А в шее у меня самая такая зона, mm-hmm. ну такая, проблемная. Особенно когда приезжаешь в отелях, там подушки какие-то здоровые, спишь из-за этого. Оттянуть-ка.
Так ты. Отлично. Вы как? Сам знаешь. Отлично. Оли сбит. Терпимо, да? Да, да. Видишь разницу, да? Лопатки? Да. Здесь, конечно, видишь, чуть-чуть. И, да. И этот кривой возьмешь. Правильно кривой, да? По-русски кривой. Так, сейчас буду разменять мышцы, хорошо. Потом в конце справа позвоночник. Ну, ну. Еще to be patient. Терпимо? Если хотят, я знаю, какой массаж, да? Не скажу. Люди в основном просят пожестче делать, да? У вас? Не все. Разные. После первого YouTube, да? Все хотят же сюда. Я страдал. Причина тебе. Не смотри, по-разному, каждый клиент не все подходит, да? Не все массажи подходят на все. Поэтому надо понять, какая проблема и какое желание клиента. Тогда выбираем, какой вид массаж. А сейчас я постараюсь сделать микс такой, чтобы как have fun, да? И в то время можно что-то помогаем. Не прям лечить 100%, но помогает. Мухаммед просто нам рассказывал, что после видео ютубовских все приходят и просят, ну, как на видео делать жестко. Приходите на релакс, массаж.
ты сколько раз в жизни массажировал? Сколько раз я в жизни? Не читал, да? Ну, да. Раз 200 делал. Уже больше. Больше, да. Да? Нет. Тогда расслабляй.
Это кто? Это Ник. Тимур. Султан. На вид голова. На вид. Не больно? Нет. Есть. Голова, голова.
Точно? Да. Это штраф, потому что давно тебя не видел. Прикинь, если здесь щекотно еще. Отлично. Так. Сейчас хрустит, да? Так, сейчас давай лечиться. Ну как? А где вдох-выдох? Присем, присел. Так, давай сейчас садиться и спинка вверх. Мои руки здесь так. Вверх. И давил руку назад. Сильнее. Хорошо. Отлично. Так, что еще? Шея уже, да? Давай, можно здесь садиться и лицо туда. Thank you.
Ты живой? Я жив. А я нет. Почему? Нормально. Ой, ты понял? Давай обратно мне. Чё? Обратно меня назад. Лично расслабляй. Подписывайтесь на телеграм. И на бусти можете подписаться за дополнительную карту. Это как в Титанике почти. Я не обиден никогда. Нет. Точно? Скажи меня, вот он в моей руке. Нет? Нет. Опа. Иди сюда, ты куда? Все, закончи, все. Вот, это же разница есть. Этот ноги. Длиннее, да? Да. Можно просто вот эти суставы здесь. Здесь. Слышишь? Да, да. Ступня как будто отвалилась. Сейчас это длиннее, чем я. Все, хватит. Можно. Вот я просто пароли. Да потому что я тебя давно не видел. Это твой штраф. Нормально.
Живой? Да. Все? А барабаны? Где? Барабаны. Где? Фирменные движения. На спине. На спине. Люди спросят, где барабаны? Сейчас берем барабаны. Да, все, спасибо. Очень, да, очень мощно. Ставьте лайк, вы дождались Мухаммеда. Я просто заболел, я отрасса делил, поэтому мне сложно дышать сейчас. Это мне мало говорит. Или я болтушка, я не болтушка. Я вообще не говорил. Да, Мухаммед после операции сейчас восстанавливается, поэтому... Сегодня много не говорил, но... Много делили. Да. Так. Все, спасибо.